Итак, самый добрый вечер. Не хотела вообще делать видео, а потом, ну а что ж не сделать такую красоту? Это у нас fireplace, правильно? Это у нас, как называется, fireplace? Это камин, это камин, это камин. Телевизор у нас пока выключен. Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не видно, меня не видно совсем. Собственно. Я пытаюсь сделать свет, только не вон наши мужики сидят, разговаривают возле бассейна. Мы хотели покупаться. Сарин, это Ариша. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, здравствуйте, Москве. Передай привет Москве. Привет Москве, всех очень люблю, по всем как бы даже не скучаю. И трубе. А привет трубе. Кто такие труба? А, нефтяники, хай. А у меня все супер, супер, супер. Супер-пупер, пупер-супер. Лучше не бывает. Итак, ладно, это уходим. Это Аришка купила себе тут дом такой шикарный. Ну, дом был с довеском, с мужчиной. С красивым мужчиной был, с довеском. Ой, мы только что так, боже, какую... Надо было снять то, что нам готовили. Нам, боже, ну, какую нам... бардак-то не снимай. Вкусноту нам какую приготовили. Боже, креветки и эти, и вот эти. Ну, грязную посуду, ладно, ну, уже бардак, не снимай. Ну, весь бардак, да, не надо снимать. Я просто еще не ладно, успела. Не снимай. Посудомойку положить. Ладно, бардак я не снимаю. Петушки, петушки, у нас тут кругом петушки. Но самое главное это у нас бассейн. Я вообще, из-за чего? Я хотела снять кошку. Вот кошки, кошки 22 года. Пол, ищи 22 years old? 21. 22 this year. Wow, it's 22 this year. 22, okay, it's human, it has to be 120. Yeah, at least, yeah. Если бы она была человеческого возраста, она была бы 120 лет. Вообще кошки столько не живут, но американские кошки живут, вот 22 года ей будет в этом году. У него сыну будет 22 года, и вот когда сын был маленький, купили эту кошку. Почему они так, почему они помнят и не сбиваются? Итак, красота невероятная. We had another one, Mila. Is older or younger? Older, and I put her down two months ago. I'm sorry. I know. Yeah. Douglas put down our dog. He was so sick and. Боже, какая красота! Мы так и не искупались сегодня в этом бассейне. Хотели, ждали, что вот сегодня не сегодня уже будет. Как сказать? Солнышко, вон оно прячется. Как отсюда красиво смотрится. Ну, было прохладненько, дождичек. Старушечка ты моя, да такая красавица. Кто скажет, что ты такая взрослая девочка? Шерстка прямо, как будто бы, я не знаю, как будто тебе 20 лет. Иди. Короче, вот такой шикарный бассейн. Вот это вот называется скрин. Вот такие скрины ставят с тем, чтобы бассейн не засорялся летящими, слетающими листочками. Ну, и пылюкой всякой. И вот эта штука, вот она работает, она сама чистит бассейн. Вот она катается, и постоянно она днем и ночью вот катается по дну бассейна и счищает все. Мой муж и Светин, можно сказать, муж. И вот там такой обалденный закат. Солнце. И это озеро называется Даглас. Лейк Даглас. И вот такой у них громадный участок земли. Я говорю, что же вы это? Если бы нам бы с Дугласом, мы быстренько бы его уже застроили. Там уже пару домиков бы построила. Вот такой громадный участок. Сказка. Просто сказка. И джакузи обязательно, как без этого. И птицы поют. Озеро красивущее. Вот такой громадный участок земли. Или тут просто, может быть, если не строить дома, то хотя бы засадить фруктовыми деревьями. Вон какая, туда сходни какие. Мужики так сошлись, им так хорошо вместе. Болтают, целый день болтают. И мы с Ариной болтаем. Наелись. Всякого разного. Так, я, наверное, сюда уже не пойду, уже сюда пойду. Такой скрин шикарный, бассейн обалденный. Ты пошла плавать? Я пошла массировать. И прежде чем залезть в воду, ее муж отнес эту воду куда, чтобы взять эти? Он сначала три раза сдавал анализы на воду. А куда он сдавал?
Здесь рядом есть магазин продажи специальных вещей для бассейна. Ага. Все, включая, начиная с матрасов и кончая какими-то специальными штуками. И они дали ему какие-то вещества обязательно добавить? Да, они анализировали. Если хочешь, я могу тебе анализы показать. То есть они там проверяли на компьютере, выдают бумажечку, на которой разным цветом желтенькие, красненькие надписи, и квадратики, и рисуночки, и графики, и все что угодно. Но он сам это делал? Он просто набирал пробирочку. А потом? И отвозил. И они там уже подбирают состав. У них есть специально отдельные составы, которые фабричные, готовые в мешочках. То есть то, что нам более всего. Но потом они ему дали этот состав, и он сам налил это в бассейн. Да, и он сюда высыпал этот состав. А, понятно. Два раза он это делал, третий раз еще в гараже лежит. Видимо, там чего-то еще его не удовлетворяет до конца. Ну, сами видите. Ну, тут, я смотрю, достаточно глубоко, тут, наверное, под 2 метра. Я ныряю головой вниз без проблем. Тут, я, наверное, не знаю, как ты, ну, да, девушка-модель. Не-не-не, я могу нырять. Но я думаю, лучше сначала ногами. Я могу. Потому что вот ему нравится, я ныряю вот отсюда, с этого угла, и выныриваю там, где мелко, иногда моськой прям вот пропахиваю по полу, потому что уже чувствую, что пора всплывать. Пора всплывать. Вот. Ну, реально, вот мне очень нравится. Я обожаю нырять. Вот я люблю плавать, такая. Мои близкие знают, что я вообще дельфинчик в этом плане. И вообще плане. Утром просыпаешься, конечно, тут тебе солнце в глаза светит, и тут же сразу тебе бассейн, да, такой, повезло, пошла на ковырятку. Мужик добрый, бассейн классный, все супер. Повезло. Не, ну американцы все нормальные. Все, все тогда, все, заканчиваем. Не-не, продолжай, просто вот как мы любим Россию. Вот у нас тут Света с собой много привезла набор. Ой, да что я тебя Света называю? Мы за Свету с тобой говорили. Ариша. Я Петра Света называю. Вот сколько она красоты понавезла с собой из России, потому что девочка любит Россию. А что делать? Да, меня таможенники не пускали на контроле. Но зато, видишь, зато пахнет родиной. Смотри, каких я нашла прикольных, пока ты это все снимаешь. Орлановские гномы в исполнении русских матрешек. То есть это именно вот Россия и Америка together forever. А спиртная вода и белый барс, ничего себе. Ну так получилось. Белый барс. А сейчас мы пьем, как называется на русском, да, написано? Да какой-то цезарь, конечно. Цезарь, ага. Не бог весь какой, но вот. Ну, это, пожалуйста, я думаю, Москва, какие-то Златоглавая. Предложения от друзей, там, не знаю. Смотри, Путин. Путин. Да, да, это а это кто? Наши. Это ты? Это что? Нет, это не я. Это Путин, это Брежнев, это там все родители. Короче, Ленин там, Сталин. Ну, Ленин самый махонький, самый махонький. Ух ты. Вот русские красавицы, иконы, вот все что угодно, пожалуйста. При этом местами Доминикана, чувствуете, да, Доминикана. Вот эта кукла доминиканская без лица, это национальный символ. Это я знаю, когда я еще сама в Доминикану летала. Я обожаю картинки, я смотрю много доминиканских картинок. И Киев тут у нас есть. А это у нас картина рухнула, на телевизор висела. Разбилась хером собачьим, все стекло разлетелось, мы до сих пор еще ее забрать не можем. Уже месяц больше прошел, и все, никак не доходит. Да, здорово. Тут надо осторожно, чтобы башку себе не разбить. Это музей на колесах. Да, музей, точно, что музей. Красиво все, красиво. Высокие потолки. Да. И главное, что чего бассейн. Я не могу, светильник-то. Красотулечка какая, просто красотулечка. Самое интересное, кто за днем, я реально не включала свет ни разу. Вот тут все время реально, боюсь ходить, я боюсь, что я навернусь и это разобью себе морду, мордель. Это и все вообще выключено. То есть днем здесь настолько солнечно, что свет не нужен, а вечером я здесь и не прохожу фактически. В спальню не пойду, там это, мальчика покажу. Все, 4 спальни в этом доме, все, хватит.